Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что касается вот этого трагического события в Гюмри, следствие продолжается. Давайте мы дождем его результатов. Что касается в целом подхода вот к такого рода трагическим событиям, ну, я думаю, что здесь с обеих сторон есть полное взаимное понимание того, что в наших отношениях может всякое случаться, все мы живые люди, но есть то, что нас объединяет, тот стержень наших отношений, который определяет эти отношения уже на протяжении веков и сейчас. И, разумеется, наша задача здесь, чтобы такие, пусть и трагические, но текущие события, они не политизировались, не допускалось того, чтобы вот это хоть каким-то образом могло нанести ущерб тому сущностному, тому самому важному, что нас объединяет. Поэтому, как вы знаете, в своих комментариях российское руководство и армянское руководство очень осторожны на этот счет. То есть все это, все делается для того, чтобы здесь не было политически заряженных каких-то высказываний, комментариев, которые информируют о своей работе. И этого, как я считаю, достаточно. Другое дело, конечно, что наши отношения настолько значимы, что они вызывают различные отношения к себе со стороны разных сил, разных, скажем так, может быть, и государств. И, разумеется, эта политическая значимость наших отношений, она, в общем-то, подчас служит как бы такой причиной того, что некоторые пытаются придать такого рода трагическим событиям какую-то политическую окраску. Ну, повторяю, позиция руководства наших стран на этот счет очень твердая. Эти трагические инциденты должны расследоваться компетентными органами, виновные должны нести наказание, но к отношениям между государствами, к отношениям между братскими народами, они не должны иметь никакого касательства.